better lose your mind when this shit drops. Ребята, привет! Сегодня один из самых эпатажных седанов японского рынка — это Mark X 250GF комплектация. Самая простая. У нас штампованные колеса, у нас пустой руль, у нас салон-тряпка, у нас нету туманок, у нас нету хрома на нижнем бампере. Зато у нас есть крутая оптика, зато у нас легендарный красивый кузов, и у нас 2.5 4GR 203 лошади в купе с 6-ступым автоматом, которые дают этой тачке хорошую динамику. Это уже второй X у нас за ближайшее время. Первый X у нас был самый фарш, не GS, а G полная, то есть у него идет кнопка, у него идут кожаные вставки, у него идут диски, то есть и что тот давал эмоции, что этот. Моторы настроены полностью одинаково, даже у атлета, G-атлета, настроено все так же. Точно такой же мотор, 203 лошади, также настроена коробка. Поэтому, если вы хотите от этой тачки динамики, и вам не особо важны там какие-то кожаные вставки и прочее, то если у вас нет денег на атлета, X очень круто выглядит. Его оптика, что передняя, что задняя, его жесткости по кузову. Если еще поставить какие-то злые колеса красивые, то эта тачка будет эффектно смотреться, кузов красивый, она хорошо едет для своего не такого уж сильного мотора и даст своему хозяину те эмоции, которые он хочет от нее получить. Конечно, в простой комплектации идут штамповки. Этой тачке нужны нормальные, хорошие колеса. Я вот у себя не меняю носа и колеса, у меня не полноразмерный седан. И какие-то ворки, какие-то реально хорошие, красивые диски японские, они, ну, не пойдут этой машине, это будет смотреться неконгруэнтно. А этой тачке пойдут любые большие колеса. Какие-нибудь 19-е ворки, вообще бы было вот так. А с завода у нас стоит резина... Так, резина Икогама, а вот, так, где размер-то? 215, 60, 16. Очень мягкая, очень комфортная, но очень страшная вообще. Высокая, дисков нету. Зато доступная цена с завода. Посмотрим на наш 4GR, на пневме капот. Ух, сильный японец был. Сейчас на каждой тачке смотрю нагар, а его нету. Чистое масло, чистый вообще мотор. Просто вообще ни точечки нагара. В основном все закрыто пластиком, ничего такого не посмотреть. Почему-то вот у меня Сай, у меня не полноразмерный седан. У меня стояли дудки Денса. Здесь стоят обычные мембраны. Ну, то есть пи-бип, вот это вот. Не знаю почему. И даже на фаршированном марке также стоят просто обычные дудки мембраны. Двойной выхлоп. Если выхлоп, когда нажимаешь, их не слышно. Если поставить еще нормальный выхлоп, будет хороший звук, приятный, вообще будет сказка. Багажник большой.
То есть у меня в САИ он заканчивается вот здесь, потому что у меня батарея, а здесь просто можно реально лезть. Ну да. Запаска. За багажник зачет этой тачки. Легкая крышка. Места вполне хватает. У нас еще сзади падает вот так вот диванчик. Ой, вообще, за счет багажника. Есть у нас подлокотничек. С подстаканниками. Ну, в принципе, все. Есть кармашки в сиденьях. В принципе, все. Наглухо затонировать заднюю часть и просто... можно делать все. Что отличает еще эту комплектацию, это запуск не с кнопки, а у нас обычный ключ. Ну, не критично. Управление печкой также интуитивно простое. Управление часиками. По мультимедии у них не идут компьютеры встроенные, которые сразу же с Bluetooth, со всеми делами. Вот, и поэтому здесь нету каких-то крутых штатных систем, и поэтому здесь ставят Toyota Corolla на полные версии X-ов. В данном случае японец поставил что-то свое. Я так понимаю, не хватает ему флешки, и ему нужна флешка, чтобы заработать, чтобы играло радио, играли диски, возможно, даже есть Bluetooth. Но, конечно, под темный салон белая магнитола не очень смотрится. Марк стоит 1 200 000, а стоит он из-за того, что у него оценка 4,5, у него Б кузов и С салон. Ну, С, я не знаю, посмотрите вот на весь салон, я не знаю, почему С поставили. А поставили С, потому что это тойотовский аукцион, и там оценивают очень жестко. 45 тысяч пробег. По отметкам у нас А2, но в дождь сейчас мы ничего не увидим, кроме вот какой-то след от сапога. А1, 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 W1, следы ремонта. На заднем крыле еле видимые. B1. Ничего не увидим, уверен. В дождь тем более. Ну, в общем, этот аукционник поможет хозяину потом продать эту тачку очень неплохо. X со своим, хоть и небольшим мотором, не таким сильным, как, допустим, если сравнить его с какой-нибудь Ешкой, либо... каким-нибудь ES300, но он все равно провоцирует на какую-то дерганную езду. Напоминаю, мотор 4GR 203 лошади в связке с 6-ступом автоматом. У Крауна гибридного у него стоит вариатор. Из-за этого езда у него не такая. Подожди, маленький танчик. Езда у него не такая. Автомат дает нам быстро стартануть и вообще делать все быстро. Такой высокий бюджет за этот авто получился, потому что 4,5 оценка, тойотовский аукцион, то есть оценивают вообще получше, чем на USS. Скоро поеду в Японию и покажу вам оценки на USS Tokyo и на TA Kanto. То есть TA Kanto это тойотовский, USS Tokyo это система USS. И посмотрим, как тачки сравнивают. Будет интересно, подписывайтесь на канал, обязательно расскажу. Возвращаясь к бюджету. 4,5 оценка, 45 тысяч пробег. Соответственно, эта тачка будет без проблем ходить, я не знаю, там 200 тысяч, 3 года. Просто меняй резинки, максимум линки, тачка поедет в Хабаровск, дороги более-менее. Поэтому человек взял на дистанцию и заплатил 1 200 000 за полный фарш,
который уехал на Сахалин, Марк, человек отдал 1 250 000, но пробега уже было повышено несколько десятков. Я думаю, хороший бюджет для хорошей качественной машины. Ребят, если у вас бюджеты где-то 1 100 000 200 000 300 000, если вы хотите задний привод, то X, конечно же, в приоритете. Можете поиграться с комплектациями, пожирнее, победнее, как вот это. Ну, в общем, X-а возьмете. На второе место поставлю Сая. Это 2.4 гибрид, очень красивый кузов, приятный по салону. Тоже вообще очень хорошая тачка. Краун, Рояль гибридный. Но это уже 1 350 000 1 400 000, еще по нынешним курсам. Если доллар подупадет, то, конечно, крауны будут подоступнее. Что еще к седанам отнесу? Ну, в принципе, все. Больше ничего. Вот именно, ну, вот эти три машины. Камри. Ну, давайте Камри еще. Камри где-то 1 000 000 50 000 950 000. Но если у вас есть такие деньги, если вы выбираете между X-ом и Camry, то вы конкретно наркоман. Надо брать X-а по-любому. Но это очень крутая эпатажная тачка. Camry, не знаю, прям... Вот. Ребят, если хотите купить хороший, качественный седан, красивый, из Японии, пишите, звоните. Пока! Компания «Сферокар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сферокар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.